Несколько часов назад прошла первая пресс-конференция, посвященная турниру UFC 209. Бойцы, как обычно, ответили на несколько вопросов журналистов о предстоящем поединке и о своем будущем в UFC, а также провели стердауны. Хабиб Нурмагомедов прокомментировал грядущий поединок с Тони Фергюсоном и ответил на вопрос о возможной встрече с Конором Макгрегором. «Это то, чего я хочу, драться с Тони. Прикончу его, затем прикончу Конора Макгрегора. UFC, возможно, захотят устроить реванш с Конором, но я откажусь. Это будет очень интересная ситуация. Прикончу Тони, прикончу Конора Макгрегора. И если к концу года UFC попытаются устроить реванш, я скажу, пока, ребята, он не заслуживает этого. Я буду драться с другим настоящим претендентом. Когда клетка закроется, я уничтожу Тони, измотаю его. Хочу, чтобы он почувствовал мою силу и мой прессинг, а затем прикончу его, разобью ему лицо, потому что так я дерусь всю свою жизнь». Тони Фергюсону пришлось отвечать на похожие вопросы. Также Тони сделал довольно смелое заявление о том, как закончится их бой с Хабибом. «Я не думаю насчет Конора Макгрегора. Когда придет время, тогда и поговорим. Сейчас у меня впереди другой бой. У Хабиба сильная борьба. Он чем-то похож на Рафаэля Дос Аньоса. Он попытается провести мне тейкдаун. Но прежде чем он это сделает, ему в лицо полетят мои руки, ноги и колени. Он подумает дважды, стоит ли проводить мне тейкдаун после этого. Я буду жестко прессовать его в бою. Я хочу стоять над ним и видеть, как он сдается. Я хочу буквально спросить у него во время боя: ну что, тебе хватило? Потому что я уже устал избивать тебя». Thank you.